специальный прибор, специальные ремонтные шипы, разработанные как раз для вот этих целей, для того, чтобы устанавливать ошиповку автомобиля. Ребятам показываем. Вот, хочешь попробовать? От такого отказаться невозможно. Мальчишки наперебой шипуют зимнюю резину. Представители крупной российской сети сервисных центров шиномонтажа показывают свои лучшие разработки. Рассказывают о преимуществах, завлекают молодых специалистов. На фестивале профессии можно все попробовать сделать, починить, собрать своими руками. Например, заменить деталь подвески на автомобиле. Автосервисы, производители автокомпонентов и оборудования, 43 колледжа и 3 профильных вуза. Лучшие из лучших в области автомобильной индустрии презентовали себя на фестивале рабочих профессий в техцентре «Волин». В момент, когда я готовилась к этому мероприятию, я обзвонила сотни своих партнеров, руководителей автосервисов. Все говорят, зачем мне это надо? Надо только потому, чтобы у вас завтра был бизнес. Надо идти сегодня в школы, в колледжи, в вузы. Заинтересовывать и искать талантливых людей, которые вовлечены в эту профессию. Инвестируя в будущее поколение специалистов. Главный девиз Ольги Селезневой, организатора фестиваля и директора техцентра «Волин». 3 года назад здесь прошел первый, тогда еще небольшой, праздник рабочих профессий. Сегодня сюда приехали более 1000 гостей, чтобы решить одну общую задачу. Сегодня одна из основных проблем во всех отраслях экономики России, в том числе и в автомобильной промышленности, это отсутствие необходимых кадров для того, чтобы производить автомобили, обслуживать, заниматься сервисом, эксплуатацией этих автомобилей. Здесь представители автоиндустрии из России, Белоруссии, Казахстана. Каждому есть чем гордиться. Большое внимание привлекли электромобили. На фестивале можно было не только посидеть за рулем чудо-машины, но и увидеть разницу в деталях. Ребят, когда подходят, мы у них спрашиваем, что здесь лишнее. Ну, соответственно, лишнее – это шатуны, которые находятся у нас в дизельном двигателе. Информация в доступной и игровой форме. Одинцовская автошкола ДОСААФ развернула целый патриотический блок. У нас есть VR-арена, есть радиотир, здесь у нас есть оружие, есть квадрокоптеры, лазертаг. Мы готовы были площадки еще развернуть, занять всю территорию нашими возможностями. У нас и летает, и взрывается, и стреляет, у нас есть тиры, у нас еще радиотир есть замечательный. Фестиваль «Волин Экспо» – это не только передовые технологии и разработки в автомобилестроении, но и популяризация рабочих специальностей и профориентация школьников. Как показывает практика, грамотные специалисты этой сферы сейчас востребованы. Возможностей для карьерного роста у них много. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».